Святотатство, компания. Будем сейчас проходить. Заводим турбины, ускорение и путь. Ио, здесь все пропитано энергией, что странник оставил после себя, не завершив начатого. Неудивительно, что это место свято для стражей. Теперь, когда Кейт снова с нами, все, что нам осталось, найти Икуру, восстановить авангард и устранить всемогущего. Мне много где довелось побывать, но я всегда возвращаюсь сюда. Свет странника коснулся Ио в последнюю очередь. Я ищу ответы, но пока я их не получила. Икора, завал организует сопротивление, и он уверен... Что проку сопротивляться, если выживешь только ты? Я думаю, что Гоул знает, что этого места коснулся странник. Он отправил легион на поиски того, что им не дано понять. И они и дальше будут осквернять все, что нам свято. Спаси Ио, страж. На этот раз не упусти свой шанс. Узнать, что Красный Легион делает на Ио. С тех пор, как я здесь, в небе постоянно курсируют корабли Легиона. Надо узнать, что они затевают. Проберись на базу. Взгляните на небо. Что это, Икора? Энергия. Энергия странника. Что они наделали? Это я виноват. Я могла их остановить. Икора, шансов не было, особенно без света. Я — это не только мой свет. Я могла попытаться. Должна была попытаться. Легион что-то грузит на корабли. Но... Меня после спалили. После стольких смертей, нет? Возрождений, новых смертей, странник оставил мне всего лишь одну жизнь. Я боюсь ее потерять. Возможно, смерть ждет всех нас. У Гоула есть орудие, способное взорвать солнце. Что? Зачем ему уничтожать то, что было завоевано с таким трудом? Проверись на базу. Там мы найдем ответы на наши вопросы. Синее вещество, сочащееся из трещин в земле, это чистая энергия странника. Ребята, привет. Сорян, мне просто надо было пройти. Вы бы мне просто так не дали пройти.
Никого нет. Продолжайте искать. Это не в духе Кабал, вложить столько сил в базу, а затем покинуть ее. Мы приближаемся к Большому Буру. Бур? Они извлекают энергию странника? Да это нет. Не свет. Так невозможно получить благословение странника ни мне, ни Гоулу. Или возможно? Бур-то выключен. Все уже. Дело они свое сделали, я так понял. Икора? Что ты видишь? Не знаю. Пространственные разрывы. Какая-то магия. Одержимые. Так, а это, ага, враги. А это что такое? Какая жидкость какая-то непонятная. Защищаться от одержимых? Окей. Сейчас прямо отсюда и будем защищаться от них. Я так понимаю, вечеринка надвигается, да? Кем они были раньше? Одержимыми. Зомбированы армии похищенных душ. Их вечно будет притягивать энергия странника. Они уже не падшие или кабал. Бог Улья обратил их с помощью похищенных темных сил. Он... Постойте. Что неужели такое? Гоул задумал провернуть то же, но со светом? Все сходится. А ты кто у нас такая? Эх ты! Замочил. Очевидно, его. Что Гоул извлекает энергию, оставленную странником, в надежде превратить себя и Красный Легион в служителей света. Если ему это удастся, он станет бессмертным, неукротимым. Нужно сообщить Завале. Встретимся снаружи. Так, ага, а то я уже потерялся тут в этих пещерах, блин. Так, опять к бору пришли очередному.
Классная винтовка, конечно, крутая. Боевая тревога! По всем каналам! Кто-то или что-то привлекло сюда одержимых! Ашер Мир? Это ты? Неважно! Одержимый высасывает энергию из Луны! Предполагаю, что Ио взорвется, если кто-то в это не вмешается! Страж, мы не можем потерять это священное место. Сделай все необходимое. Останови одержимых. Окей, окей, вас понял. Так, оно неуязвимо, да? Похоже, одержимые создают что-то вроде портала. Остановите их! Безмозглые паразиты пытаются вызвать всех своих призрачных дружков, чтобы поглотить эту луну! Новая цель — запечатать портал одержимых, понял. О, приветик. Так, кто там стреляет, а? Еще одна. Что-то интересное лежит, надо подобрать. Отдыхай. А, колдунов одержимых надо уничтожить. Понял. Где еще один колдун? Вон он. Все, отлично. Отлично. Теперь что? Кажется, мы закрыли портал. Но я до сих пор вижу аномальный разлет нейтрино. Дай нам минутку. Мы разберемся с этим. Мы его явно не закрыли. Разберитесь с бардаком, дурачок! Да ладно, патроны кончились. Что такое? Все поглощается. Оба. Эй, дядька, ты че какой злой? Кулачные бои, да, будет, ну, будет, значит, вам кулачные бои, если вы хотите. Все, патроны кончились. Оп, что-то выпало. Портал закрыт. Опасность миновала. Икора, я знаю, что это место дорого тебе, но... Мне больше нечего делать на Ио. У меня осталась только одна жизнь. Я с радостью отдам ее за победу над Гоулом. В путь! Нет нужды спешить, Кора Рэй. Нам нужно поговорить.
А для тебя, назойливый страж, у меня тоже найдется пара ласковых. Миссия пройдена. Так, куда мы летим? Так, открыть следующий мир. Поговорить с Ашером. В разломе найти его, да? Здесь надо будет найти его. А, вот он, Ашермир. Так, надо его отметить. Вон он там. Деться повнимательнее, можно увидеть, как идет превращение. Тебе что-то нужно? Икора сказал мне, что командир, как его там? Да мне все равно. Подготовил план атаки так называемого всемогущего. План, не подкрепленный никакими данными. К счастью, здесь находятся обломки старой межпланетной сети связи. Из этой сети мы получим информацию... Да-да, иди. Твое присутствие мешает моим расчетам. Что такое? Если мои расчеты верны... Так, что мне дали? Словом. Я понимаю, о чем. Блин, сейчас говоришь, он так будет болтать. Я не понимаю, какое отношение. Так, что у меня есть? Пистолет. Ну, пистолет, конечно, да, так себе. Так, смотрим следующее задание у нас. Оба. Фига тут всего. А, гнев компании. Можно пройти. На Ио. Погнали. Найти шахту военного и... Так, вызываем тачку. Летим. Найти шахту военного и... Сейчас найдем мы ее.
эту шахту. Что за ИИ? Такое название странное. Как всем известно, Завала планирует атаку на Всемогущего. Твердолобые титаны. Уверен, мыслил он так. А, у Гоула есть штука, которая разрушит солнце. Так зачем план? Пойдем на таран, и все. Это отчаяние, Ашер. Завала забыл, что не бессмертен. Уже нет. Ты кто такой? Не обращай внимания, ассистент. Мы разберемся с ними позже. Отправляйся к месту добычи энергоресурсов, Страж. Используем военный ИИ, часть системы обороны планеты, и просканируем Всемогущего. Ах, и зря я вступил в эту войну. Или не зря всех завалил. Нет, не всех. Ты еще жив, фига себе. Так, а мне вот сюда. Мы обнаружили еще один бур, и он большой, огромный. Отлично. Они пробурили проход в шахту военного ИИ. Сканер внутри. Ясно. Ищем пульт управления и избавляемся от бура. Здорово, здорово, ребята! Не ожидал я вас, конечно, встретить сейчас именно. На нафиг, вылетел. Ой-ой-ой. Не, оба. Блин, классная снайперская винтовка, она мне прям нравится. Патронов, правда, мало, быстро кончаются. Так, и эту штуку надо нам запустить. Мы подключили к буру питание, но он не сдвинулся с места. Ха! Какое раздражающее соблюдение правил безопасности. Пульт ручного управления должен быть где-то неподалеку. Да ладно, что, вручную будем двигать, что ли? Из Красного Легиона не заметили, что пробурили дыру в шахте военного ИИ. И не такое случается. Всплеск параказуальной энергии. Количество стерильных нейтринных частиц возросло в пятеро. Это значит, остерегайтесь одержимых. Найми уже переводчика, Ашер. Здорово, народ. Снова я. Ну вот. Вот и нет его. Угу. Ой-ой-ой. А ты кто такой? Понял.
Не убежал. Ага. Так, вон туда надо, да? Нет? Чё, кто стреляет? Нет, нет. Ага, понял. Невидимый. О, понял, понял. Дружище, так тебя видно. Ой-ой, кто-то разозлился. А вот и ручное управление. Перехватываем. Кажется, мы запустили бур. Отлично. Отправляйтесь к месту бурения и проникните в шахту военного ИИ. Руки так и чешутся сорвать план вувузелы по атаке всемогущего. Так, я вроде да, правильно. Блин, фу, думал случайно это спрыгнул, думал все, капец, не туда. Все нормально. Так, привет. Я тут это. Да, сразу прям. Ух ты, кто там стреляет? Фига, он сзади вообще был, сзади меня. Понял, 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 ребята. Это кто здесь? Знаете вам с кулака, бля. Ты еще жив, поэтому ты уже все. Это искусственный интеллект, призванный защищать человечество от неведомого. А, и искусственный интеллект, понятно. Ого, бур включился. Что? Поднимите его, пока он не разрушил шахты военного ИИ. Да не так просто пробраться к вашему буру, блин.
Сейчас я тебе покажу снайпер, да? Получаю снайпер. О. Защите, на, тебе, на еще один. Кто кого? Наконец-то. Спускаемся в шахту. Да сколько у вас тут? Сзади, что ли, или нет? Нагрудник дали. Но опять, блин, уровень будет хреновенький. Так, так, Паша, так, так. Прикора, мы направляемся в шахту. Мне надо туда, вон, в ту шахту. Сейчас я... Фу. Я думал, сейчас вниз улечу. Как обычно, блин. Это будет нечто. Я спрошу Завалу. Можешь сказать примерную разрушительную силу всемогущего в зета-джоулях? А он мне. Нет, Ашер, не могу. Ведь я беспросветный идиот. Не слушайте Ашера. Главное найти ИИ, подключить к сети, а об остальном мы позаботимся. Меня уже ждут, ждут. Невидимка, которого видно. Блин, самонаводящие, что ли, какие ракеты? Включить главный сервер. Подключаюсь к военному ИИ, чтобы начать сканирование. Да, мы видим, что происходит подключение. Минутку, тут одержимые. Так, надо отходить сразу в сторону, прятаться. О, баньки, нифига себе. Ай-яй-яй. Понял. Ах ты, давай! Сейчас мы отведаем моего гранатомета.
Ни хрена у вас сколько тут, эй! Как сканирование? Чё, всё? Всемогущий нераздельно связан с гармоническим резонансом трубок магнитного потока Солнца. Чего? Если завала взорвет Всемогущего, он взорвет и Солнце. Пора мне вернуться к команде. Скажи-ка еще раз, глашатай, чем ваши стражи заслужили свет? Какова цена такой силы и бессмертия? Преданность, жертвенность, смерть. Смерть. Поясни. Преданность делает храбрым. Храбрость делает жертвенным. Жертвенность ведет к смерти. Можешь сразу покончить с собой. Преданность. Жертвенность. С самого рождения я был изгоем. Заморышем. Как и принято у кабал, меня выбросили, оставили умирать. Меня подобрал опальный старик-ученый. Он увидел во мне что-то стоящее. Он растил меня, учил, тренировал. А теперь из благодарности я стану орудием его мести. Мести империи, что предала его и саму себя. Изгнание, насмешки. Боль. Все это сделало меня сильнее. Я отдал все, чтобы добиться не просто одобрения, а славы. Моя маска глашатай скрывает воплощение преданности и жертвенности. Я не возьму свет силы. Сделать это будет поражением. А я не знаю поражений. Теперь ты понимаешь, почему я буду избран. Понимаю. Понимаю, сколько ты сделал. Операция на спутнике Юпитера завершена. Как только закончим клетку, будет все необходимое, чтобы начать процесс извлечения света. Доминус, все, чего мы добивались так долго, почти наше. Осталось одно — твой приказ. Нет, это не выход, мой друг. Но это верный выход. Единственный. Не для меня. Если я правильно понял, сейчас куда ни кинь, все клин. Напротив. Теперь мы снова вместе, и у нас появился шанс. Дело в чем? Уничтожив оружие, мы запустим цепную реакцию, и на месте Солнца вспыхнет сверхновая. Ну, по крайней мере, мы вместе. Верно. Мы все знаем, что делать. Нужно освободить странника. Мы втроем сможем это провернуть, будь у нас ведро взрывчатки. Плюс, у меня еще есть телепорт Векс. Радиус у него небольшой, придется подобраться поближе. Значит, мы должны проникнуть в город, чтобы он сработал. Но у нас нет света. Прямая атака на стену обречена. И мы...
О возвращении можно забыть. И ладно. Как туда попасть? Знаете, городская стена, она как этот сарай. Проникнуть внутрь ничего не стоит. Конечно, если знать как. Ты точно не из моих охотников? Ха, я не ношу плащи. Вижу. Клёвая понча. Ваша группа должна проникнуть в город незамеченными. Мы с моими людьми вам в этом поможем. К тому же мы неплохо стреляем по врагам. Хоторн, мы уже привыкли рисковать жизнями, но это не совсем твоя битва. Ты же не... Страж? Не одни вы знаете, что такое жертва. Вы забыли, что мы обходились без света всю жизнь? Когда-то этот белый шар в небе помог всем нам. А теперь пора отплатить за помощь. И не только стражам. Классная речь, но что там со сверхновой и полным уничтожением всего живого? Если всемогущие не подорвать, отключим его орудие. Таким образом, страж должен попасть на борт. Если полетим через армаду Кабал, без маскировки не обойтись. Если вам нужен корабль Кабал, рядом есть их база. Но прокрасться туда нелегко. Хватит с нас этого. Если я и научился чему у Кейда, так это важности эффектного появления. Чудненько. Обнимемся? А ты? Нет? Ну вот.